свой ветер. Мы прослушали нашего капитана. Очень обаятельного и харизматичного. И он нас чуть-чуть запугал. Как по мне кажется. По мне так расслабил. Показывает, что что-то не так. И да. Вот так нас сопровождать будет, наверное. Проблема поначалу, а потом мы сами уже потеряли. Как-то немножко перегруз, очень много информации, сейчас нас проинформировали, мы перевариваем. А как тебе тройное сальто через это? Сугубо? Ну, будем стараться исполнить, будешь сильно нас удивиться. Я думаю, то, что мы с тобой втянемся и будем стабильно каждый день. Тратить всю зарплату, да, на дальше. Сюда, вот обязательно нашему капитану. Он уже начал думать. Стройнее, чем я получал. Да, нет! Нам комплимент капитан подвешивает. Сюда, на нашу любимую территорию. Безопасность превыше всего. Здорово вообще, да? Вот это не уровень, я потеряю. Я просто Спасибо, он мокрый. Ну такой раз.